С 1 декабря по 13 января в Гомельской области проходит традиционная благотворительная акция «От чистого сердца». Проект направлен на сбор подарков и полезных вещей для детей-инвалидов, молодых инвалидов и их семей. Подробности акции на сайтах организаторов и по телефонам в Гомеле 75 55 71, 75 81 84. Чтобы поверить в добро, нужно начать делать его.